Работники прибайкальского лесхоза чуть не поймали поджигателей с поличным. По дороге к пожару лесники встретили нетрезвых охотников. Те некоторое время преследовали огнеборцев, но как только запахло жареным, горе-охотники попытались скрыться. Однако на выезде из леса их уже ждал наряд полиции. Как потом выяснилось, это были браконьеры. В Прибайкальском районе ликвидировали лесной пожар, возникший из-за неосторожного обращения с огнем браконьеров. На ликвидацию лесного пожара, возникшего в трудной местности при сильном порывистом ветре, ушло меньше суток. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1 гектар. На тушение было задействовано 17 человек из числа лесной охраны и привлеченных. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. За выходные в Бурятии случилось больше 30 автомобильных аварий. В самой крупной из них пострадали 6 человек. Неподалеку от остановки «Бурятга» водитель «Хонды» выехал на встречку и протаранил маршрутку. В результате данного дорожно-транспортного происшествия 6 человек, в том числе и водитель «Хонды», были госпитализированы в медицинское учреждение. У водителя «Хонды» был взят забор крови на предмет, находился ли он на момент дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения. Точную причину данного дорожно-транспортного происшествия установит специальное расследование. В другом ДТП, где водитель также выехал на встречку, пострадавших уже меньше. Правда, исход столкновения был летальным. Накануне в Яранском районе столкнулись два «Жигуля». Водитель 1979 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2106, предварительно выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ВАЗ-2106, к сожалению, скончался на месте происшествия. Второй водитель ВАЗ-2104 был госпитализирован в медицинское учреждение. В другом ДТП пострадал один человек. Владелец иномарки столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие в направлении Сотникова, Дайхатсу Мюра и ГАЗ-53. Дайхатсу двигался со стороны Бурода, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с ГАЗ-53. ГАЗ-53 совершил опрокидывание. ДТП есть пострадавшие. Пострадал только водитель иномарки. Его с подозрением на травму головы увезли в БСМП. На этом у меня все. Аккуратней на дороге и не забывайте о правилах пожарной безопасности. Антон Симонов, Владимир Попов, телекомпания АТВ.